Итак, ты убил отца? Приемного отца. Ну, думаю, в таком случае боги не будут с тобой строги. Николаус вырастил меня, обучил. Он был моим отцом, хоть и пытался меня убить. Это плохо или нет? Неважно. Не только у тебя были трудности в семье. Да. Я рад, что ты со мной, Варнава. Это взаимно. Как я могу тебе помочь? Найдем мою мать. Она жива, Варнава. То есть, Николаус так думал. Отлично! Слава Гере! Что теперь? Куда плывем, капитан? Первым делом в Факиду. Там меня ждет Элпинор. Он должен мне деньги и разговор. Добро, Алексиус. Заодно можем попросить совета у Пифии. Эльфийский оракул знает ответы на все вопросы. Я подумаю об этом. Славно. Даже цари прислушиваются к советам Пифии. В ее руках судьба мира. Говорят? Да, я знаю. Хватит разговоров о ней. Хм. Ну, хорошо. Ты знаешь, где искать Элпинора, верно? Он в лагере паломников. Но перед смертью Николаус предупредил меня о змеях в траве. Похоже, тебе нужно подготовиться. Пусть лучше Элпинор готовится. Ищи меня в храме Аполлона в Дельфах, как покончишь со змеями. О, Алексиус! У меня совсем из головы вылетело. Твой дом постигла ужасная участь. Тот старый дом? Да он едва стоял, такой был ветхий. Я Кефалини. На острове свирепствует болезнь. Она пришла из Каусаса. Столько людей погибло, а лекарства нет. Малака, жрец был прав. Только скажи, и мы сразу отправимся назад, на Кефалинию. Спасибо, друг. Я это запомню. Вперед. Элпинору многое придется объяснить. Только лучшие товары.
Увидимся. Да! Какие-то обломки! Тихо! Будет еще время для песен! На воду! Тише!
Надеюсь, меня еще не заметили. Быстрей!
Прибавь скорости! Назад! Катать весла! Помедленней! Капитан, покинул мостик! Прошу! О, хвала богам, ты здесь! Что случилось? Где твоя команда? Пираты! Убили почти всех, но у них мой брат! Прошу, спаси его! Я найду твоего брата, моряк. Я не моряк, я плотник, как и мой брат. Нас научил отец! Интересно, нам бы пригодился плотник. Я был корабельщиком, латал дыры размером с кулак Посейдона. Прошу, спаси брата, и я поплыву с тобой. Договорились. Мы найдем их и спасем твоего брата. Найду укрытие. Твой брат прислал меня. Болван. Всегда кто-то должен делать его грязную работу. Все плохо. Все кончено. Не думал, что умру вот так, на острове. Ненавижу море. Что передать твоему брату? Скажи этому болвану, я...
Удалось найти брата. Где он? Он не выжил. Мне жаль. О, нет! 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 Проклятые боги! Богов там не было. Только пираты. Он здесь по моей вине. Он ненавидел море. Копье в руке помогает мне забыть о боли. А ты возьмешь молот, если сдержишь слово. Конечно. Здесь мне делать нечего. С возвращением, капитан! Достаточно! Курс в открытое море! Суши весла! Гребите! Готовьте! Корабль к берегу! Мама рассказывала о Кире и священных войнах. Бывала ли она здесь? Ancora.
Каиду, Каиду, вс... Что-то не так? Да что у меня вообще так? Во-первых, оракул, во-вторых, море. И это не говоря уж о команде. У тебя дела с оракулом? Ты далеко от Дельф. Были, да. Боги, значит? Я к твоим услугам. Кто ты такая? Гелон, капитан Акульева. Твоя лодка? Я что, похожа на грязную рыбачку? Я просто спросил. Я хочу помочь. А, ты ни при чем. Я закончила дела с оракулом и... И где Акулий зуб? Знай я меня бы... Ладно, скажу иначе. Ну, я... О, твою? Да, я... Я выясню, в чем дело, и верну корабль. Я найду их и вернусь, как смогу. Гребцы, по местам! Капитан, наконец-то! Всем навались! Дай пару! Хватит пока! Это он, Акулий зуб, его останки. След подходит под описание.
Вам вольно, ждите приказов! Команду съели акулы. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Замолчи! Эй, стой! Ты напрашиваешься? Хватит уже! Эй!
Расскажу делу на Гике.
Приказывай, капитан! Вперед! Парус отдай! Поднять парус! Потише! Копья! Право! И сирену баюкать, но пора прекратить. Нам стоит поднять этот набор. Добро пожаловать! Я Саргон, хранитель мифических и невероятных древностей. У меня ты найдешь... Как-то с трудом верится. Не... Боги! Я бы в жизни... Я не прочь избавиться от драхм, если цена хороша. Мне не интересны драхмы. Я принимаю только орехалк. Впервые слышу. Мало кто слышал. Это драгоценный металл из далеких времен. Он обладает свойствами, которые Саргон весьма ценит. Что же ты продаешь? Много всего, очень много. Оружие, броню, модные одежды и приспособления для тебя, друзей и даже корабля. Какой торговец не любит драхмы? Тот, кто предпочитает более редкие и ценные виды оплаты. Скажи мне, где искать орехалк? В Греции он повсюду. Просто нужно знать, где искать. На доске объявлений есть особые задания. Саргон не единственный, кто ценит орехалк. Ладно, посмотрим твой товар.
Я нашел корабль. И? Ну же, где они? Где моя Гики? Даже не знаю, как тебе сказать. О, боги. Зевс мог бы обрюхатить всех афининок, пока ты пытаешься что-то произнести. Где они? Они все мертвы. Твой корабль разбился. О, моя Гики. Я нашел лишь ее браслет. Гики. Сдается, я больше не капитан. Хочешь стать членом моей команды? Свой корабль — это совсем другое, но ты станешь частью нашей семьи. Хм. Ну, я скорее предпочту быть в море, чем среди набожных глупцов. Конечно. Ну? Корабль. Как скажешь, капитан. Опасное место. Сколько можно свистеть? Остановимся!
Поговори с Варнавой на корабле. Он уже ждет тебя. Yeah.
Присоединяйся к нам. Ты же моряк, как и мы. Приветствую тебя! Рад тебя видеть.
Тут наверняка есть охрана. Я разрублю тебя!